Всем доброго времени суток, с вами снова Эллисон Роуз. Сегодня мы пробуем поиграть в SkrillexQuest.com. Это немного неожиданно, я вообще не думала, что Skrillex сделают какую-то браузерную игру, тем более квест, или, возможно, они посодействовали в выпуске этой браузерной игрушки, в общем, я не знаю. Мне кинули ссылочку, и я решила опробовать, так что здесь я уже запускала, будет много английского, так что если я что-то неправильно переведу, то не обессудьте. В общем, я постараюсь понять основной смысл того, что они говорят, и донести его до вас. В общем, пиксельная игрушка, я уверена, что довольно интересная, но Skrillex удивительная. Кстати, ссылка прямо сейчас будет активна на весь экран, нажимайте в любое место и переходите на сайт. Либо вы в описании будет ссылка на этот сайт, тоже можете попробовать. Я еще не пробовала играть. Так, пыль на чипе. И наш мир поврежден. Это мы видим, что мир-то поврежден. Все в пикселях, все разваливается. Это король какой, да? Так, таинственный вирус поглотил мир. И все, к чему он прикасается, становится уродливым и распадается. Для меня уже слишком поздно. Я инфицирован, и я наконец-то присоединюсь к своей дочери на том свете. Нас зовут П1. Вперед, П1! Спаси наш мир от этого... Я не знаю, от этой участи. В общем, спаси нас. А кто я? Чем я помогаю? Вообще, как я могу помочь королю? Я его подданный? Либо я его... Даже не знаю. Может быть, правая рука? Ну, вы поняли. Правая рука короля. Не надо вот тут вот сейчас вот ничего такого думать. Так, стрелочки ходить... Пробел драться. Ну, все понятно. Интересно, а здесь один вид оружия вообще? Ну, как мы слышим, играет Skrillex на заднем плане. Что это? Ключ мертвой принцессы. Угу. Видимо, таких нужно найти еще 5 штук и... Воу-воу-воу, еще враги. Неплохо их откидывает мой меч. Ну, давайте. Ну, иди сюда. Ну, иди сюда, пиксель. Я сейчас... Победю вас и пойду спасать принцессу. Интересно, а принцесса... Мне кажется, принцесса, знаете, будет похожа на что-то типа спящей красавицы с белоснежными волосиками. Все принцессы, вот они во всяких диснеевских мультиках, правда, такие. Оу, приветик. Нет. Оу, куда от меня? А, смотрите, это принцесса. П1, ты должен найти мое сердце, которое то ли поймали под землей. В общем, удерживает его под землей, и она не может его добыть. Ее сердце или ее душа. Ой-ой-ой, надо просто уклоняться. Кстати, идет какое-то время, вы заметили, да? Я не знаю уж, какое время тут капает, но. Похоже, все нужно делать на время. Показателей здесь очень мало. 10 сердечек и время. Так. Тут, в общем, тут небезопасно, особенно здесь. Скоро все перестанет существовать. Слушай, пессимист! Я сюда приперлась не для того, чтобы слушать, что здесь ничего нельзя исправить. Так, давайте их зажмем просто в углу, и никто не догадается. Отлично, идем сюда. Куда? Оу! Так, 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 у нас мало очень времени. Давайте сходим, что у нас здесь. Что-то полезное? Чё тут? Хочешь подлечиться? Нет, не хочу. Вообще-то у меня время тикает. А, в магазине-то оно не тикает. Так, 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 так. Давайте-ка пойдем в дверь, которая более-менее выделяется тут с ковром. Так, ну и куда я попала? О, в кучу врагов. Ох ты ж, боже мой. Давай, давай. Умрите. Давай, давай, давай! Шикарно. Ну, Ксюш, ну не промахивайся, ну стыдно же. Шикарно! Мы нашли второй ключик. А время дадут мне 20 секунд. Алло, я не успею. А, фух, время восстановлено. Так, ну и куда теперь? Сюда, наверное. Так. Что это? Это надо... О-о-о, бомба положилась! Ну что ж это такое? Что здесь?
что у нас тут? Ключик! А, нет, это не ключик, это какие-то очки. Ну ладно. Интересно, а что мне эти очки дают? Они вообще должны мне что-то давать? Так, о, полминуты. Ну нет, ладно, я преувеличиваю, не полминуты. Так, враги... Черт, вы посмотрите, поймали меня. Но я спасу принцессу от этого квадратного кошмара. Идем? Так, куда пойдем? Давайте направо. Тут типа двери есть. А, врагов здесь... О, сердечко. Так, здесь нам находиться нельзя. Боже, времени-то нет. Где ключ? Ключ! Ключ! А? О, ес! Ес! Это третий ключ. 14 секунд оставалось. Боже, я думала, все, мне конец. Фух. А, мне действительно конец или что? О, враги. Ну-ка, я вам сейчас задам шару. Ай-яй-яй. О, все, время кончилось. А я два ключа же еще не нашла. Что теперь? Это конец? Или чего? Не нужно меня так пугать. Все? Да, похоже, все. Блин, очень... Или нет? Погодите. Слушайте, похоже на стратегии, да, какие-то самые древние. Смешно. Слушайте, а может это отсылки к старым играм как раз, то, что сейчас мы видели. Так. Это напоминает мне игру... А, помните на PS3 вот эта красивая игрушечка? Как же она называется, господи? Не знаю. Опять ты! Что ты мне хочешь рассказать? Все потеряно. Даже золотой ключ. Не хочу с тобой говорить. Вау, он так как Слендермен. Моя семья сгорела здесь. Скоро я к ней присоединюсь. Ой, мы нашли что-то. Piece of scroll. Ладно, не хочу, ты какой-то злой. Вообще, не люблю пессимистов в таких ситуациях. Зачем вот пессимистический такой? Ай-яй-яй. Так, что это у нас? Stay the night. Я не знаю. Что это? Ну, пресли. А я это проверить не могу. Мне что-то это все дает? Хм. Нет, да, мне действительно похоже, что-то это дает. Вот только... А, это отсылки к играм. Вот оно что. Sexy Time, простите. Тетрис? Смешно они изобразили. Так, что-то мне дала там... девушка, ладно, давайте-ка не будем пошлить. Ладно. Смешно, здесь очень много реально отсылок к старым играм. И, видимо, с этой целью это все было... Привет! С этой целью здесь все это и было сделано. Может, Скриликс что-то хотели, наверное, доказать этой игрой. Вы знаете, из таких вот игр, которые делают люди, которые этим, в принципе, в жизни не занимаются, никогда ничего не понятно. Это как Тарантино, у которого нужно у самого спросить, что ты... собственно, имел в виду. Хотя, наверное... О, ключ, да? Yes! У меня 21 секунда осталось. Я ведь ни черта не успею. Не успею, не успею. А, время восстановлено. Где второй ключ? Может, здесь еще такое же есть поле? Быстренько, быстренько. Опять ты. Чего? Они выглядят как большие руки. Слушай, отстань, я даже читать не хочу. Что? Что ты такое несешь, дед? Отпусти меня, отпусти меня. Отпусти меня, исчезни. Кошмар какой. Персонаж, о, отлично. Это успела. Ух ты. Что это, интересно, мне даст? Вы серьезно? Вы серьезно, вы хотите, чтобы я это прочитала? Хм. Интересно, что это дает. Winner time? Замечательно, а что я выигрываю? Блин, это какие-то отсылки к играм, но если ты не очень-то хорошо говоришь по... О, ай-яй-яй, успею. Если ты не очень хорошо говоришь по-английски, то печаль, беда. Фу.
вся еда отравлена. Все деревья мертвы. Всех детей рак. Боже мой. Ты следующий. Ну, спасибо тебе, игра. Еще один ключ. Yes. Yes, 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 yes. Шикака. Шикака. У нас есть все ключи. Ну, давайте там, может, еще что-то поищем. Ай! Чуть не убили меня только что. Что это? Что это? Snake bite piercing? Простите. Хм. А все? Очень жаль. Так, ну здесь я уже была, да? Ай-яуч! Не делай мне больно. Так, тихо. Тут какие-то еще вкусняшки же есть. Ой, что это? Что это? Это можно как-то активировать? Тихо, тихо, ну кубик, а. Он даже за собой следа в этот раз не оставил. Да нет, похоже, здесь уже все. Ну ладно, все так все. Со всеми копиями этого дедушки мы вроде поболтали. И время кончается. Время кончается, что-нибудь. Оу. А, это принцессы, что ли? Это цветы похожи, я даже не заметила. Ой, песня мне нравится. Так, что будет? Ну, мы спасители принцессы. У нас есть как раз 5 ключей. Мы ее освободим. Да, мы ее освободим. За этим мы сюда и шли. Моя блондинистая принцесса, которая обязана меня поцеловать в конце игры, правильно? Принцессы обычно целуют всех в конце игры. А в Марио? Такое было? Так. Юху! Оу! Господи, среагировала. Ай-яй-яй-яй. Не надо же так делать. Стрелочками нажимаем. Ой, фак. Нормально, нормально. Я двигаюсь прямо к принцессе. Черт подери. Мы почти рядом с ней. Принцесса, я освобожу тебя. У меня есть все ключи. Такс. Почему-то в начале третьей, я не знаю, захотелось мне так. То есть на это тоже есть свое время, но тут же никакой загадки. Такс, шикарно. Ну, давай. Ей, мы освободили принцессу. Но все это теперь наша, да? Наша принцесса. Ничего не хочешь мне сказать? О, это ее призрак. Ну, ёк-вы-мане. Значит, она мне... Ай-яй-яй, даже принцесса не сможет мне поблагодарить. Так, куда это мы? Что за саммит? О. Песня знакомая, кстати, слушайте. Эту песню я слышал. Понятно. Это босс, да? Угу. Ну ладно, ладно, босс. Я сейчас надеру тебе твою задницу, ибо моя принцесса так сказала. Отвалить от моей принцессы! Я ее не зря освобождала. Причем везением чистым. Чистым везением. Такс, отвалите, отвалите. Ай-яй-яй, как это все сложно! Отвалить от моей принцессы! Господи Иисусе! Фу, эпическая сила. А можно взять? Это мой ящик. Я его заслужила. Я его заслужила. Оу. Нужно отбиваться. Все, я поняла. От волны с кубиками. Ай-яй-яй. Блинский, ты ёб твою мать. Давай. Вот теперь все нормально. У меня жизни-то и нет совсем. Да ну! Дай! Тихо. Такс. Теперь, видимо, мы будем сражаться с ним. Ой, с моими 5 сердечками. Это будет плохо.
Да ёб твою мать. Ах ты, больно. Так, так, так. Давай. А? Получил по мордюлям. Так тебе и надо. Фух. Я думала, все, мне жизни не хватит. Надеюсь, все? Надеюсь, все, больше ни с кем не надо сражаться. Пожалуйста, только не надо больше ни с кем. Они меня почти поломали. Все исчезло, все уничтожено. Или все прошло, все уничтожено. Ну, мы же должны что-то сделать с этим, да, призрак принцесса? Так, сейчас прыгаю не я, кстати говоря. Ну, поэт, принцесса у нас не прыгает, она привидение или призрак. Так, какой-то рычаг, что ли? Интересно. Жми! Так. Ой-ой-ой-ой-ой, мне кажется, мы что-то не то запустили. Высотка какая-то. Небоскреб. Правильно, небоскреб же называют? То есть небоскреб и высотка одно и то же, нет? Ю-ху! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мы прошли игру. Yes! О, боже. Честно говоря, я немного волновалась, что не могу найти все ключи. Слушайте, а там кончается время на каждой локации. То есть нужно за определенное время найти ключи. Если бы я не нашла на первой локации те три ключа, то что, все, что ли, получается? Я потом ничего не могла сделать. О, это Скриликс. Это, похоже, то самое и есть, да? Что нам в игре показывали вначале. Что-то он продул, и оно работает, типа, теперь, да? Или что-то... Хм. Мир спасен! Ну, мы с вами просто... Просто молодцы, ребята. Ага, такс. Врагов убито. Смотрите, почти всех. Так, 12 раз мне было больно. Ни разу я не умерла. Так, так, так. О, тут скроллс очень много. Слушайте, прикиньте, всего на 34% прошла игру. Это же как там надо было бегать. Слушайте, так надо вас возвращать все-таки на локации, чтобы, ну, дособирать ключи или нет. Ну, игра, наверное, в любом случае как-то, да, заканчивается. Интересно, а, возможно, у меня было бы больше времени, находя разные ящики. То есть ящик с сокровищами тоже, по-моему, прибавляет время. Так что нужно просто изучить карту, потому что у меня есть подозрение, что карта не меняется, то есть не рандомное это помещение. А, но мне очень понравилось, ребята, так что вы тоже опробуйте и скажите, на сколько процентов у вас будет пройдена игра. Я прошла на 34, учитывая то, что я просто хотела освободить принцессу, я как-то не думала о том, что здесь так много всего в этой игре, и я все это пропустила. Конечно, обидно, но ничего страшного. В общем, всем спасибо за внимание, с вами была Элисон Роуз и Skrillex Quest. Заходите на сайт, сами пробуйте, пишите свои результаты. До свидания.